Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марины Стик. Сегодня 1 июня 2021 года. Поздравляю вас всех с первым днем лета, с днем защиты детей. И вот мы сейчас будем защищать своих детей от котика Барона. Котик Барон испугался Петьку, князюшке повезло. Князюшка у нас вчера буянил не на шутку, всех обижал, девчонок обижал. Своего братика обижал. И сегодня вот он будет дружить с бароном, потому что барона не обидеть. Барон сам кого хочешь обидит. Или воспитанием князюшки займется. Вот так, например, как с Фимой, да. Будет знать князюшка, как малышей обижать. Ага, бегом. Не понравилось, когда кто-то тебя, а ты вчера как кусал всех, бандосина мелкая. Погода у нас сегодня хорошая, но почему-то облака. И вот пока более-менее высохла роса и не начался неожиданно дождь, я решила вывести малышей на прогулку. Ну, скорее всего, поведение князюшки объясняется тем, что малыш подрос, энергии много, девать ее некуда. И вот без таких прогулок в основной массе всегда малыши вот такие хулиганы и буяны. Надо им бегать, надо им гулять, надо им много двигаться. Когда идут дожди, и наши собачки сидят дома, малыши, которым уже по 4,5, я уже рассказывала, разносят просто всю комнату. Причем это не зависит от того, что им негде подвигаться или не хватает игрушек. Их много, они могут хотя бы Зевсик, Зося, Милочка, могут поиграть друг с другом. Яночка, их четверо, они одного возраста и могли бы найти себе какие-то общие занятия, но они почему-то находят занятия ободрать обои, поднять линолеум. Вот все, как только начинается нормальная погода, и мы с малышами достаточно гуляем много, они всю энергию оставляют на улице, дома уже не бедокурят. Они приходят домой, кушают и просто спят. Если уж и есть какие-то игры между собой, то это обычные игры с игрушками, как они и дома обычно играют. Но как только вот у нас дожди, и сидят они дома долго, все, начинается просто беспредел. Где-то находят, куда забраться, чтобы порвать. Вот писенькаем на травку князюшке. И побежали своей белой попкой, нам замелькали. Вот, так что гулять с чихуашками не только можно, но и нужно. Не надо бояться того, что собачка маленькая. Под дождем, конечно, не нужно, а вот в хорошую теплую погоду очень даже полезно. И для физического развития собачки, и для психологического, психического, потому что вот не хотелось бы применять такое грубое слово, но просто в четырех стенах, когда они долго сидят, несмотря на наличие игрушек, и даже вот себе, как говорится, по возрасту подходящих щенков такой же породы, ну просто крышу сносит, они начинают беспредельничать. У нас в комнате регулярно вот поднимается линолеум, что-то где-то пытаются достать, сгрызть, оторвать, то есть, ну, беда, одним словом. С прогулками все в порядке, нагуляются и сидят спокойно, кушают, спят. Если даже играют, то уже абсолютно нормальные, адекватные игры. Напоминаю, что в нашем питомнике, помимо князюшки и кардинала, находится в продаже ламбада и ланселот, которые рождены 18 марта. И 18 июня мы будем делать им также вторую заключительную прививку и ставить чип. А клеймо и метрика щенка и первая прививка была им сделана также в возрасте 2 месяца, как князюшке и кардиналу. Поэтому после 18 числа июня малыши уже будут практически вот полностью готовы к продаже. 7 дней там карантинчик для Санкт-Петербурга, Москвы. Для жителей других городов 21 день по России карантинчик после второй прививки. И для жителей других стран 31 день для вывоза в новую семью по закону вот Российской Федерации ветеринарии, то есть ветеринарный контроль не выпустит из Санкт-Петербурга на самолете, например, без вот прохождения 21 или 31 день карантин после прививки от бешенства. Щенкам делают в возрасте 2 месяца комплексную прививочку от всех вирусных заболеваний, самых распространенных.
А в 3 месяца ревакцинация от всех вирусных заболеваний и первый и последний раз от бешенства. От бешенства делается прививка раз в год в Санкт-Петербурге, в Москве. Если вы имеете прописку Санкт-Петербурга или Москвы, ежегодную дальнейшую прививку вот раз в год можно делать бесплатно. Если вы будете не пропускать сроки ревакцинации, а это указано в ветеринарном паспорте на вашего питомца, все написано, следующая дата прививочки. Перед первой прививочкой обязательно идет дегельминтизация, перед второй уже не надо. Че, князюшка, тебе барошка понравился? На сегодняшний день полностью готовы к продаже и могут уже переехать в новую семью в любую точку мира. Это Зевс и Цериус, наши парнишки. Рыжик с черным носом Зевсик, рожденный 28 декабря 2020 года. И Цериус. Бело-шоколадный триколор. Уже взрослый, полностью сформированный мальчик. С великолепным экстерьером, правильной анатомией, крепким здоровьем. Видео о Цериусе с первых минут его жизни можно посмотреть на канале нашего питомника в Ютубе. В Инстаграм. Если вы не подписаны на Инстаграм нашего питомника, приглашаем подписаться, потому что для Инстаграма и Ютуба я делаю разные видео, они не повторяются. В Инстаграм обычно делаются короткие ролики по минутке, там больше не загружается. Это могут быть какие-то смешные моменты из жизни щенков, когда не успеваешь взять камеру, пока она включается. Быстренько на телефон снимаю для Инстаграм и выкладываю себе на память и вам посмеяться. Сейчас мы погуляем с князюшкой, с кардиналом, чтобы они побегали, позанимались тут, поразвлекались с барончиком. А потом мы пойдем гулять с Ламбадой и Ланселотом. Ну, вот такое у нас сегодня небо. И очень хочется, чтобы было без дождей. Непонятно, все в облачках. Ветра нет. И жутко много комаров. Поэтому, если вы любите так же, как и мы, маленьких, миленьких щеночков, вот таких веселеньких, котят, вот как наш барончик, он котенок у нас, ему 7 месяцев. Щенят, котят, хомячат, мышат, птенчиков, крольчат. Подписывайтесь на канал нашего питомника, чтобы не пропустить новые видео о жизни наших питомцев. Нажимайте на колокольчик. И до новых видео и до новых встреч на канале питомника Марине Стикс. Здоровья вам и вашим питомцам. А наш кардинальчик все-таки немножко покоричневел, как мне кажется. Еще бы поймать бы его в камеру. Был совсем серый-пресерый. Стал все-таки немножко коричневато-серым. Такой молочный, что ли, шоколад. Ну, очень красивый окрас, необычный лиловый триколор, но очень светлый. Такие два брата, одинаковые у них рисунки. Беленькая с малыша фотографировала, что прям как два в таких этих с манишками, в носочках, в перчаточках. Животики белые, грудь белая, кончики хвостика белые. Абсолютно одинаково раскрашены. Беленькие, нарядненькие цвета. Еще светло-коричневые бровки добавляют выразительности, очаровательности милым мордашкам. Парни прекрасные. Удивительные, замечательные. Спрятались от меня.
Парнишки, там комариков много. Идем на солнышко. Он барончик к вам пришел. Буду выносить парней на солнце, иначе нас съедят комарики. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и увидимся в новых видео.